В родильное отделение Московского областного центра охраны материнства и детства поступило новое оборудование. Современная техника не только позволяет оказывать квалифицированную медицинскую помощь, но и создает комфортные условия как для пациенток, так и для врачей. Тему продолжит наш корреспондент. Этот многофункциональный стол способен автоматически менять положение, угол наклона различных секций, а также подниматься и опускаться. Настоящая находка для врачей-хирургов. В гинекологическом отделении теперь два таких кресла. Одно в операционной, второе в процедурном кабинете. Дают нам возможность выполнять любые процедуры, придавая удобное положение телу пациента. Нам это создает технические возможности добиться лучшего результата в ходе проведения оперативного лечения. Стало удобнее перемещать пациенток из операционной в палату. В арсенале центра появились медицинские каталки нового поколения. О комфорте женщин в момент рождения ребенка тоже позаботились. В родзалах установили новые кровати-трансформеры. Как только она начинает рожать, снимается вот эта штука, и эта кровать превращается в родовой стол. Если вдруг женщине необходимо оперировать, ее не нужно перекладывать на каталке, вести в операционную, мы ее везем прямо на этой кровати. И если состояние такое, что вот перекладывание повлияет каким-то образом на нее, то ее могут оперировать здесь. Всего в этом году по программе здравоохранения Подмосковья Московский областной центр охраны материнства и детства получил 88 единиц медицинского оборудования. В том числе аппараты для проведения УЗИ, ЭКГ, мониторы для наблюдения за состоянием плода и открытая реанимационная система для новорожденных. Луиза Егиасарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.